переживаешь, нервничаешь вот на Красной площади? Это же ответственно очень. Никогда не нервничаю. Вы знаете, удивительно. Многие артисты говорят, ну как же перед каждым выходом, как будто вот какая-то струна внутри натягивается, вот какое-то есть напряжение. Представляете, я испытываю только счастье. Я знаю, что бы ни произошло, какое бы ни было выступление, если я буду получать удовольствие, однозначно это почувствует публика. Мне очень хочется почувствовать вот эту реакцию выпускников, потому что они как никто горячая публика. Ну, ты сама помнишь свой выпускной? Да, конечно. Но у меня, вы знаете... Как это было? Такая была классическая ситуация. Мне хотелось самое сексуальное яркое платье, но я единственная дочь, и мне мама сказала, у тебя будет самое целомудренное белое платье, и вообще ты будешь похожа на Анну Каренину или просто на какую-то такую вот девушку из самой правильной семьи и со строгим воспитанием. Вот. Но я помню, что все пришли в таких коротких платьях, в общем, как-то девушки пытались по максимуму привлечь к себе внимание. Внимание. Вы знаете, а я была как красивая снежинка, но, как ни странно, даже в тот вот выпускной вечер я почувствовала, что неважно, во что ты одета, это должно быть стильно, и внимание мужчин, в принципе, оно основывается не только на том, насколько у тебя оголены ноги, вот, но сейчас, когда я вспоминаю свой выпускной, мне кажется, что это была самая веселая ночь, и, вы знаете, вот сегодня я хочу пожелать всем выпускникам верить в себя, никогда не отказываться от самых смелых планов на будущее, потому что я в свой выпускной поставила себе определенные цели, никогда от них не отказывалась. Вы знаете, я верила в свою мечту, она сбывается, она будет сбываться, и я хочу, чтобы вы ко мне прислушались. Друзья, я напоминаю, что мы находимся на Красной площади, сегодня бал выпускников, нас ждет незабываемая ночь. Приятного просмотра. Можно вас назвать, что вы счастливые и свободны? Нужно называть. Мы очень счастливы, потому что закончилась школьная пора, и мы переходим в взрослую жизнь. Какие вообще эмоции сегодня, вот когда вы смотрите на концерт, выступление? Безумные эмоции, все очень классно, все круто, нам очень нравится. Сегодня певица Алиша и Батишта. Да-да-да, или Батишта и Алишта, и Алишта. Да, окей. Помните свой выпускной? Да, я его прекрасно помню. Это было, да, это было почти 15 лет назад. Да, около того. Я проспал весь выпускной в автобусе. То есть спали? Да, то есть я вышел на Поклонную гору, поклонился горе, сел в автобус, прилег на плечо самой классной девчонки в классе. Ее зовут Оля Мигачева, если она вдруг меня сейчас видит, да. И, в принципе, на ее плече я и проспал прям до школы. Была Красная площадь, было еще что-то. Я глаза открыл уже у школы. У тебя было веселее? Да, у меня было веселее. Я проснулась у своего директора школы, она женщина, сразу говорю, дома. И мы так весело отметили, что вот половина класса решили у нее остаться. Все так семейный такой у нас был выпускной. И многие из одноклассников Алиши до сих пор живут, собственно говоря, у директора школы.
работы, столько эмоций, столько народу, блин, этот праздник закончится нам очень надолго. Очень весело. Вы счастливы? Да. Да, не, на самом деле думали, что... Счастливы, конечно, счастливы. Это безумный позитив просто. Как вам концерт сегодня? А, очень отличный.